Погоди, ты творил слова. Да, Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео, вместе с вами. С вами Пумба, игровой канал Тимона Пумба и Налы, и с вами еще, кажется, есть Тимон рядом. Я существую, да, всем привет. Не так ты начал. Ну ладно, это болтовили. Так, все равно. Ладно, пиво вам всем. С вами Тимон. Молодец, а суть. Да. Записываем Ты уже сказал, что болтовильня, да? Да? Это, я не говорил вроде. Это болтовильня, ты сказал. А, записываем да? Болтовильню в связи с тем, что... Вообще, на самом деле, у нас должно было быть какое-нибудь офигенное видео в честь 10 тысяч просмотров. Мы, наверное, единственный канал на Ютубе, не побоюсь это сказать, единственный в связи с тем, что мы единственные, кто празднует просмотры, а не подписчиков. Мы вот хотели отпраздновать 10 тысяч просмотров, но что-то... Но скоро уже у нас 10500. Тимон у нас... как обычно, лажает. А чья-то? Ну, вообще-то, с тобой должны были совместные видео какие записывать. Не только со мной. Вообще-то... Вообще, ну, не суть. Всё. Ну, говори, да. Теперь я сказал. Ты давай рассказывай, там, чё, какие чё? Планы все делать. Как планы, обычно, планы. Короче. Мои-то планы все видят, у меня мои планы выходят, спокойно. Угу, я так и понял. Ты пока говори. Ты так и будешь держать, да? Тогда ладно, меня устраивает. Чё, сейчас в планах и... Нормально. Непрофессионально, вообще не профессионально. Вообще, в планах... Слушай, ты издеваешься, да? Так ты так говори, я рыгаю даже во время обзора. В общем, в планах и... В планах. И в процессе. Да, конечно. Дай договорить. В планах и в процессе у нас событие, гигантское событие, от меня... Не будет. От меня в процессе записи не хоррор, это... Неожиданно. Нет, я как бы давно этого ждал, но для вас это неожиданно. И, в общем, какая это игра? Говорить я пока сам не знаю. Я пока говорить не буду, это уже сами увидите. Вот. Но и надо бы вернуться к хоррору. Надо бы вернуться на канал. Меня, если что, не слышно, ты мне отвечаешь, они не слышат, я далеко от микрофона. В смысле не слышат? Тебя не слышат? Я сейчас далеко от микрофона. А, твою мать. Так, вот приблизь микрофон к себе. Что значит? Не-не-не, давай. Вот. Чё, так, а мы, кстати, на 10500 или все-таки на 10 на сейчас? На 10 тысяч мы будем. А то у нас... Нет, надо видео, просто мы, у нас будет, не знаю, может, часовое, может, нет, видео такое. Сейчас думаешь, за час сколько у нас? 599 просмотров поднимется? Нет, в смысле, то, что мы запишем потом все-таки на 10 тысяч праздничное видео. Праздничное. Праздника! Праздничная в честь праздника! Нет, молодец! Не праздничная, нет такого слова праздничное вроде. Есть такое слово праздничное. Праздничное настроение. Так настроение, но не праздничное видео. Праздничное видео, что за тупо? А что, праздничное поздравление не может быть, да? Праздничное поздравление не может быть такого, блин, это бред. Ну да. Там. Ладно. В честь праздника, не к этому. 10 тысяч. В общем, также у нас на канале должны появиться... Тоже должно быть 35 серий еще одной игры от меня, но у нас там должно быть с Налой совместное видео, поэтому мне придется опять, как обычно, догоняться, по несколько серий выпускать в день. Геморроиться, долго мучиться. Потому что ни одной серии не записано, потому что Нала ленится. А у нас должна быть первая серия совместная. В принципе, я бы мог и один записать нормально, но там просто одна вещь, которая у меня очень плохо получается. Это надолго. С этим мне нужна Нала, в любом случае, без нее получится дерьмо просто. И поэтому будет видео, да. А еще у нас на канале на выходных будет игра, может, будете радоваться, может, нет, будет меня выходить, я не знаю, со следующей недели нет, на выходных «Исчезновение» Итана Картера. Вот, да. А это кто? Итан Картер? Ты что, дурак, что ли? А, ну да. Только что сказал. Как я мог, да, это же сам Итан Картер. Вот. Также у нас, я не знаю, по подписчикам, у нас, кстати, подписчики что-то какие-то неактивные стали вообще. Ну, у нас стоит смотреть. Это да. Я вообще... Так, вот, блин, как... сейчас сентябрь только появился. Да какая разница, они все лето. Mm-hmm. Хира, во-первых, видео обещанное уже. Сколько месяцев ты филонит? Да хрен знает. Чё ты на меня смотришь? Так ты там с Хирой контачишь больше. Я уже не контачу давным-давно. А чё это? Так не знаю, не пишет. А, то есть он тебе писал, что ли? Не, ну как, ну в смысле, этот самый в Стиме тогда писал же подарок.
Вот, а больше не появлялся. Писал подарок? Ну, ты понял. Я как раз таки не понял. Я сломался просто. Вот. Не обращайте внимания на популярные каналы. Там в топе... Особенно, там... особенно на топ не надо обращать там внимание. В топе кто сидит, так это вообще жесть какая-то. Нет, почему? Это бренди-то это нормально. Это трэш. Куплинов. Я не знаю, кто. Я не про Куплинова. На. И последнего тоже не знаю. А первый так вообще жесть какая-то, я не знаю. Кстати, вот... Трэш. Мое возмущение все-таки по поводу... Что творится... Я, кстати, понял популярность, в чем популярность ютуберов. Первое. Ты обязательно должен показывать свое лицо. Кривляться и делать всякую фигню. Мы популярными уже не станем. Первое. А нам оно надо? Скажи. Так нет, там еще второе есть. Дальше. А. Скажи. Мы лицо не показываем, потому что... Мы страшны. Не вылазит в камеру. Одного просто не видно, а другой... Один просто... до камеры не дотягивается, а другой просто не вылазит. Завтра просто не помещается туда. В общем, нам нахрен не надо показывать лицо, что, блин, без лица, короче, мы без лица. Хороший фильм, кстати. Николас Кейдж все-таки. Там Джон Траволта. Я на Кейджа, я по телосложению больше на Кейджа похож. Какой ты нахрен Кейдж, а, блин, по телосложению? Все. По телосложению. Вот теперь нас смотреть будут, потому что у нас Николас Кейдж и Джон Траволта на канале. Ну ладно, черт с ними. Это-то. Так что-то Николас Кейдж, кстати, в последнее время не популярен Джон Траволта. Джон Траволта уже давно не популярен, так что нас наоборот смотреть не будет. Сейчас от нас отпишутся последние подписчики. Последние 64 человека. И первое, походу, дело. И первое. В общем, этот. Популярность номер два. Популярность номер два. Это ты обязательно должен кого-нибудь разоблачать. А. Мы вообще никого не разоблачаем. Нам бы себя разоблачить-то. Да. Вот. Поэтому, скажите. Кстати, подписчики, пишите в комментариях, что поздравляю с трехмесячной бородой. Я просто 3 месяца уже не брился. У меня такая борода охренительная. Ну, не борода, но дохрена уже всего. Не дай бог вам это увидеть, вот серьезно. Нет, просто первый пункт сразу же слетел бы. Сломал бы систему, если бы тебя увидели. Ты бы стал популярным, да, но нас бы все отписали. А может, наоборот бы. Может, все стали бы с бородой ходить, и девушки особенно на нашем канале. Поверь, отписали. Девушки с бородами? А че, с бородой, а не с бородами, блин. А? Или че, у человека несколько бород? Девушек, ну бывает же там 2 подбородка. Че не может, почему не может быть 3 бороды? Че, 2 подбороды? О чем вообще у нас видео? Да, погоди, вот, то есть надо обязательно кого-то разоблачать. Разоблачать. И, в общем, блин, ну, мы никого не разоблачаем, нам насрать вообще. То, что что-то кто-то где-то... Как-то что-то. Вот, да. Молодец. Поддержал разговор. Нормально получилось. Так, друг за другом. Так. Я просто не знал, что дальше говорить за кто-то где-то. Так. В общем, какая-то фигня. А дальше, самое главное, это надо, короче, обязательно... Третий пункт. Обязательно нужно кого-то, как там говорят, хейтерить. Что это вообще такое? Что это значит? Хейтерить, неправильно. Хейтить, типа, ну хейт от слова ненавидеть. То есть надо, типа, говорить, вот он говно, и этот говно. Вот смотрите, да, вот он вы говно. Вы все говно. Говно должно говорить громче. Вот, реально, то есть, реально всех ненавидеть, всех послать и говорить, что ты красавчик. Мы так не можем, мы можем сказать то, что мы говно, а все красавчики. Мы вообще по пунктам как бы не попадаем, поэтому я еще раз повторюсь, я вообще удивляюсь, что у нас 64 человека смотрит. Я вообще удивляюсь, что к нам кто-то подписывается. Ну да, нет, у нас, знаешь, у нас один человек, вот тут уже который раз замечает, что у нас становится 65, а потом 64, он такой не определился. Он такой подписывается. А я знаю, кто это. Я знаю, кто это. Это, знаешь, это режиссер. Не. Нет, это ты китайский режиссер, это Ксюхуй. А, ну да, это он. Оно. Оно не определилось уже просто. Ксюхуй, так и тут непонятно. Тут этот, я так... Знаешь, если на русский переводить ксюхуй, то есть ксю это больше на Ксению похоже. То ли ксю, то ли хуй. Оно? Не до мужик. Не до баба. Не до баба, не до мужик. Не до никто, ведь. Оно. Не до оно. В общем, это... да, кстати, извините. Режиссера вспомнили. Ну, блин, просто у него такая запоминающаяся... Фамилия. Имя. Профессия. Не определился. Профессия. Я про профессию. О чем ты, а? Действительно. В общем, суть в том, что... И четвертое.
четвертое, самое главное. Это вообще сейчас популярность просто обрела эта вещь. Это, короче, это надо устраивать версусы. А, это давно уже. Это вот, то есть, кто-то против кого-то вызывать на батл. Причем батл, вы видели эти батлы? Просто друг про друга снимать видео и поносить друг друга. Охренеть. Вот серьезно, вот. Слушай, у нас как раз двое на канале, давай друг друга. Скажи. Популярность? Этот, жил бы Пушкин в наше время, он бы вообще всех бы в версусах уделал, серьезно. Он бы даже, у него, кстати, столько было бы еще стихов. Он бы жил себе спокойно, его бы никто бы не застрелил. Че? Он бы сидел, что-нибудь сидел бы на камеру Дюмой говорил. Бы не стал. Этот, сидел бы, что-нибудь на камеру говорил, ему бы Дантес вот это присылал. Все. Они бы не стреляли, серьезно. Вечный срач так. За кой хрен в те времена, серьезно. В те времена вы придумали компьютеры пораньше. Пушкин жил бы лет 100. Спокойно себе сидел бы, клепал бы стихи. Дантес плей. Просто вообще. Я офигеваю. Их бы вот тех, которые тут друг друга на версию вызывают, да, в эти, в стародавние времена, блин. Когда эти ведьм жгли. Не знаю, почему я это вспомнил, ну ладно. И стрелялись. Да, вот, стрелялись. Это пипец просто. Вообще, что творится на Ютубе? Вы видели? Чё-то кто-то где-то там. Как-то чё-то, ё-моё. Там этот с этим дерется, этот поносит этого, этот разоблачает этого. А тут, о-о-о, смотрите. Этот ненавидит. Вообще, господи, серьезно. Что за срач? Интересно, на американском Ютубе то же самое происходит, серьезно. Мне вот интересно, кто-нибудь разоблачает PewDiePie? Конечно. Топ. Типа, этот. Не-не-не. Какой вот топ-то? PewDiePie есть не, топ. Не-не-не-не, он топ популярных каналов. А. Ты же говорил тогда, что типа он у меня. Там, он же у меня там коммунизм, что-то сказал, же, помнишь? Так что. Хреновый пример. Хреновый пример. Не обращайте внимания, Тимон спать просто хочет. Я не хочу спать. Фиг, меня просто накрывает. 9 вечера, человек хочет спать. Я не хочу спать, отвяжись от. В общем, этот. Так, по поводу чего еще я хотел сказать? Такое. Ну, у нас оно будет видео короткое. Ага, я так и понял. Большое это не будем записывать. Большое у нас будет в честь 10 просто мы записать то, что мы живы. Тимон и Пумба, спасибо, что живы. Ие. Ие. Живой Ие. Ну, нас двое ведь. Вот. А потом. Че кот делает? Сыпался. Сим утягнулся сейчас на видео. У нас. Меня никто не видел, причем если не видел, не ты слышал, в смысле. Да у нас вообще. Ты хорроры наши смотрел, а? У нас самый приличный канал, ни одного мата на канале нет, особенно в хоррорах. Так это у тебя. Вот видишь, у меня ни одного мата нет на канале. А ты. Как ты мог? Чего я мог? Ах ты тварь. Вообще, еще хотелось бы сказать, вы про поводу подписчиков-то, вернемся к подписчикам. Я от подписчиков ушел, когда начал говорить про популярность на Ютубе. От Ютуба я YouTube, ушел. Какой, YouTube, на Ютубе творится какой-то шлак, причем непонятный. Уже у нас сейчас об этом видео. Вот. А еще хотел сказать, что, ребят, у вас есть какие-нибудь знакомые предприниматели, которые готовы вложиться в стартап? Просто мы тут с Налой хотим открыть бизнес. Вот. Но я. Да какая реклама-то? Я ж не говорю, этот Сальма Хайек. Чё? Альма Хайек. Сейчас Майкл Клоунов придет и напишет нам. Какой Майкл-то? Ну. Михаил Шутов-то. Реклама опять! Не рекламируй этого придурка. Булки Джоли. Булки Джоли, да. Нет, просто у Михаила Шутова булки Джоли такие офигенные. Вы бы видели. Оголенные. Носит с собой. Шутка чемная. Никто не посмеялся. Нет, там-то. Там, наверное, они сидят, думают, господи, что за бред такие. Кто там что-то. Они выключили уже. Нет, стоп, мы про подписчиков сейчас начинаем говорить, какого хрена они выключили. Так вот и выключили, 10 минут назад уже. 14 минут видео идет, 10 минут назад выключили. В общем, я надеюсь, то, что вы нас смотрите и в этот момент услышите. Побольше активности, пожалуйста. Мы же активничаем. Видео уже выходят. Активисты. От Пумбы. И все. Видите, как у нас активный канал. Не, канал, а, между игровой канал Тимона, не... Пумбы и Налы. И от Пумбы только выходит, все нормально. Тимон тут записал вообще, одно видео за 6 месяцев. И все. А от Налы-то вообще, когда у нас видео будет? Оно у нас будет вообще? Так, с Налой-то у нас, если что, есть. Блин. Так совместно. Не было бы проблемы, так нормально бы вот этой проблемы. Вторая. Я понял. И нормально, мы бы записывали совместное видео. Там срач.
Ты дурак! Блин, вот... Короче, вы ничего не слышали. Вот сейчас вот то, что вот Нала делает на этом... На вот обоях у нас, вот я тоже сам сейчас делал. А. Ты даже не знал, где Нала, что ли? Я, нет, я не втыкал сначала. А, не втыкал, не втыкал. Чего ты сказал? Не втыкали? В общем, побольше активности от подписчиков. Пишите, комментируйте. Лайки, в принципе, я не знаю. Да кстати, нахрен надо, серьезно. Нет, кстати, вот знаешь, все просят ставить лайки. Зачем? Мне вот интересно. Напишите в комментариях, вот, кстати, вот, вы по поводу этого. Напишите в комментариях, что делают эти лайки? Вот серьезно, вот просят поставить лайки. Они для чего вообще нужны? Аф, аф. Они, нет, нет, нет. То, что просят ставить лайки, может... Лайки что-то дают какую-то фигню определенную. Может, мы каких-то... Прокачиваться скилл. Может, бонусах не знаем реально. Там что-то такое происходит. Там мы такие сидим. Лайки нам не надо, как бы нам насрать на лайки. Нам главное, чтобы люди комментировали. Может, насрать на комментарии? Может они вообще не нужны? Может, вообще функцию комментирования нужно убрать на YouTube? Нет, ну, нет, просто... Нет, нет комментировать это надо. Ну, просто, знаешь, тебе просто комментировать и лайки ставить. А лайки, может, какой-то дополнительный... Может, за лайки, за каждый лайк дают по миллиону? Ставьте лайки, ставьте лайки. Может, нет, если, допустим, какое-то количество лайков дают 3 миллиона долларов. И елку. И елку. Не, а вот почему, вот, допустим, смотри, вот есть лайки и дизлайки, правильно? Да. А почему нет вот этого нейтралитета, который повернутый палец в бок? Как знаешь, нет, раньше нет, время было так сначала. Тогда неправильный повернутый палец в бок. Потому что можно палец в бок влево, можно палец в бок вправо. Вот. Нет, ну как, допустим, раньше в Риме-то, в старое время это было сначала центр такой. Под это центральный так делает, потом так, если центральный вы... так делает, чё? Цезарь нет? Центральный, то есть Цезарь центральный так делает, Цезарь угловой вот так, а Цезарь просто, я не знаю. Футбол, блин, цезарской какой-то. Цезарь центральный. Ну, он так поперёк делает. Цезарь центральный. Пошёл ты, короче, всё. А когда пальцем вниз опускают, типа там убивают. А когда если вверх поднимают, лайк ставит, то... Это какой цезарь это делает? А я не помню. Палец вниз или вверх? Центральный, угловой, поперечный. Крайний. Крайний, часть, передний, блядь. Задний. Че ты на меня смотришь, а? Да кота не посмотреть, да котов нет, так ладно, поэтому на тебя смотрю. Вон. Вот. Так я не вижу, у меня там стол. Там не стол, там кот. Это не кот. Это стол. Это стол. В общем, так о чем ты вообще? При чем здесь лайк? Так, нет, почему нейтралитет? Есть нейтралитет, вообще ничего не поставит. Так это вообще ничего не поставит. Так это нейтралитет? Это не нейтралитет. Это цезарь задний. Передний. Заднеприводный цезарь. В общем, суть в том, что побольше немножечко активности. Так вот, напишите, пожалуйста, что делают лайки. Мы вот дураки не знаем. Вот это вообще ты дурак. Я вообще а, ты не... знаешь? Я не знаю. Давай расскажи. Я не знаю, но я не дурак. Вот. Ка. По поводу комментариев я сказал. По поводу... Лайков и дизлайков мы сказали. Нет, мы сказали же. И вы делитесь видео? Вот серьезно. Вот в каждом видео, не в каждом, говорю, ну в смысле этот, знаете, там этот, ну под видео вроде есть поделиться, да, есть такое поделиться. Делитесь видео, серьезно. Создайте фейковые страницы. И будьте счастливы. Да. Все. Мы... На этом все. Скажите, мы, скажите, как их там, как там? На передаче давай поженимся. Ну не мы с тобой, в смысле, мы ведущие. Слава богу. Мы ведущие. А то я хотел вставать и уходить уже. В смысле, ЗАГС? Да погоди, рано еще. Я не выйду за тебя. Как-то нет, а ты уже дал согласие. Я не давал тебе согласия. Вот видите, кстати, вот, новая новость. Сейчас нас информация, это скажи. Размышление. Какое к размышлению? А что, не к размышлению, что ли? Скажи, новая информация, свежая, самая свежая. Тимон и Пумба женятся. Еще Нала такая. Аллилуйя. Вот. Ка. Да все, хорэ со своей ка. Суть в том, что мы не будем показывать, как обычно, болтовильные сейчас картинки с играми, которые были. Это будет у нас в большом видео, надеюсь, оно скоро будет записано. Mm-hmm. На 10-500. На 10-500, нет, на 10 000. Ну, к 15 000 мы точно уложимся, да. Я думаю. В общем, к Новому году еще надо что-то сделать, скоро уже Новый год. Бляха, скоро Новый год, реально. 1 сентября прошло, людей надо поздравить. А, да, нет,
Не, не надо. Я с таким праздником поздравлять что-то не хочу. Хочешь, поздравляй, да? Нас проклинать будут. Так, забыли про 1 сентября. Я про это проволчу вообще. Вот. Суть в том, что... Бляха, ты меня с мысли сбил. Такая мысль была... Новогодняя там должно... Да не новогодняя. Не мысль, новогодняя. Выпуск новогодний, да. То, что у нас просмотры, кстати, стали быстро расти из-за того, что Ведьмака начал выпускать. Я боюсь выпускать вторую игру, вдруг людям понравится, там вообще просмотры полетят, мы 15 слушай, тысяч да, давай, давай тогда, слушай, давай ты закончишь Ведьмака сначала. Закончу? Да. Ты знаешь, сколько мне заканчивать? Это вот то, что... Я об этом говорю, давайте сначала закончишь Ведьмака, а потом уже начнешь, я уже... Я Ведьмака закончу к этому. Я уже чуть название к концу шестого сезона Ходячих. А какой сезон-то сейчас был? Седьмой будет уже. А, седьмой? Какая нахрен разница? Шестой сезон-то, седьмой. Да, Ведьмак уже закончится, должен быть. Какая разница? Грин все равно умрет в первой серии. Ах ты жопа. Да хотя самое интересное... Вот сейчас вот нас все отпишутся теперь, вот спойлеришь. Самое интересное, не покажут. В первой серии, по-любому, как не знаешь, будут показывать, типа, они вернулись в город, их отпустили, они там живут, и не покажут, кого убили. Будут показывать Рика и... Рика, там еще определенных там людей, знаешь, так, а потом где-нибудь уже спустя второй или третьей серии, там, знаешь, вот когда все думали... Полсезона пройдет. Глент-то умер, когда думали, что там... Ну, в титрах пропал там. Да-да-да. И вот сейчас то же самое, там, как-нибудь сделают, а потом так хренак, Хренак и все. Хренак и покажут, что умер вообще какой-нибудь левый, знаешь. Просто, Питер? Со съемочной площадки какой-нибудь выбежал парень такой... Я спасу тебя! Ему говорят, ты дебил! Ты дебил! Это съемки! Нахрена ты вылез? Ладно, давайте его, короче, запихаем, типа, умер он. И там такой, знаете. Ой, и там такой, знаете. Ладно, говори пока. А, да? Че, блин, ты че сейчас? Да-да. Так, вот, в общем. Ну, да. Подождите. Сейчас. Может... Да, так говори. А, ты мне. Дай сюда. Че, все. В общем, очень-очень сильно... Так. Нет. Это интересно, так слушай вообще. Я на самом деле не любитель слушать чужие разговоры, но это было познавательно. Нава позвонил, ладно, я понял. В общем, вот как раз-таки есть повод закончить, потому что Наву мне надо идти встречать. Да. Я хотел сказать, что... Но потом понял, что не скажу. Хотел просто Walking Dead сказать. Про Мишон там вся фигня. Чего? Что мы тупили. Ну ты точнее тупил, думал, да, что там должен. Да, не про это, ладно. Вот. Ну не суть. В общем, болтовина получилась такая ни о чемная, как обычно. Просто мы поговорили о популярности на Ютубе, поговорили о наших подписчиках, поговорили о нас. Нахрен нам это вообще сделали, мы не знаем. Вернули голос Тимона на канал. Все, через 6 месяцев, короче, увидимся. Следующий болтовильник, короче. Там, короче, Outlast как раз 2 выйдет, наверное. Он запишет опять одну серию по Outlast и все. Надо, мне еще не хоррор надо тебе скинуть просто. А то у меня что-то Инет лагает, у меня не заливается. Ну, куда заливается? Ну, на Google Диск. Я думал, через Google Диск тебе перекинуть. Так качественнее. По-моему, да. Как? Качество вроде не запомнили, ребята, да? Через интернет качественно передавать. Не через флешку, не... Ой, не через Google Диск, а через почту, в смысле, через почтовое сообщение. Какой Google Диск? Ой, ладно, короче, я офигею. Тимона, в общем... Я, короче, надо перепутать Google почту и Google диск. В общем, надеюсь, вам нравится то, что мы делаем, а мы это поймем по комментариям, понимаем по комментариям, серьезно, потому что... По активности. Если, так активность это можно понять и по просмотрам. Просмотры это тоже не показатель, могут нас просто так посмотреть и не понравилось. Да. А так, если есть комментарии, значит, и какие-то отзывы, или, допустим, значит, есть активность, значит, людям нравится. Потому что если комментарии говорят, да вы говно снимаете, ну, то понятно, что говно. На всякий случай. А если пишут то, что, блин, прикольно, ну вот значит, прикольно. Снимите еще что-нибудь вот такое, то значит прикольно, и еще хотят чего-то нового. Люди что-то хотят. Поэтому, люди всегда а если хотят. Нет комментариев, так ты хрен поймешь, то ли нормально, то ли беда. Че ты ржешь-то? Что ты сказал? Я сказал, все нормально. В общем, напоминаю. Ну, все, на этом все, закрываемся. Да. На 10 тысяч. Канал закрывается, короче, все. На 10 тысячах, надеюсь, мы делаем нормальное видео. Там, кстати, вернутся некоторые старые игры, которые мы обещали закончить, но так и не закончили. На этот раз мы их добьем. Нет. Дурак, что ли? Мы добивать будем больше, чем вечера. Я уже, в общем, вечер должен закончиться в 6-м сезоне The Walking Dead вообще. Так что нормально все. Ну, я где-то близко. Вечер где-то рядом. В процессе.
Я думал, ты скажешь в правкоме. В пролетариате. О, загрузил, да, загрузил, да. Я просто вспоминаю какой-то песни. А, этот, «Узбогойся». Твою-то мать, не было там такого. Твою-то мать. В общем, этот, я лично я прощаюсь, напоминаю с вами. То есть Пумба, лично... игровой канал Тимона вот. Пумба и Налы, а Тимон делает, что хочет. Ты посмотри, как говорится, лично я прощаюсь, лично я тоже прощаюсь, в общем, я не, что, захотят подпишутся, не захотят не подпишутся, я не буду просить. Если ты подписчик, хочешь попросить подписаться? Чего? Нет, я тем людям, которые, мало ли, какой-то человек... Да, люди просто зашли из 800 видео, взяли такие, выбрали вот именно болтовильню. Не, ну просто какой-нибудь, может, на, кстати, может, на стоповое видео. Хочу сказать то, что у нас скоро обновится трейлер канала. Угу. Если я за это сяду вообще. Мы опять вдвоем будем сидеть и вырезать, я скажу, аплодисменты нужны в конце. Да ладно, забить на... Нужны аплодисменты, говорю. А, да, я попрощался, все, Тимон. А, да, кстати. Так, а ты что, телевернулся, да? Чего? В общем, все, с вами был Тимон и Пумба. И все. Ладно, надо заканчивать, а то я сейчас нашла кое-что по-дикому. В общем, всем пока.